Это еще через 3-4 минуты. Вот так все выглядит теперь. Теперь оно уже не белое, теперь оно уже все одинаково песочное. Бежевое. Фантастика просто. Зрелище впечатляющее. Вы такого не увидите в России. Может, правда, в Кулундинских степях то же самое происходит. Фантастика, да? Вообще ничего не видно. Буквально вот 500 метров, видимость ноль. Там уже даже не видно отелей.